Утро субботы, а у ДК «Металлургов» уже вовсю играют. Работает сразу несколько площадок, где соревнуются 98 команд. Вот, например, играют ребята из Соликамска, воспитанники клуба «Кали Баскет». Мне нравится участвовать в таких мероприятиях, потому что можно отработать командную работу и можно уже поиграть как с другими игроками. С каким результатом сыграли? А там они на вылет играли, то есть до первого места не дошли. А вот игроки березняковского подразделения клуба «Кали Баскет». 12-летние спортсмены уже сыграли несколько матчей и довольны своим результатом на этом фестивале. Все круто и замечательно. Мне нравится. Как ваша команда сыграла? Пока что только 2 игры и 2 победы. Этот спортивный фестиваль традиционно проводит клуб «Кали Баскет» при поддержке администрации города в рамках реализации проекта компании «Уралкали» по развитию баскетбола. Данная динамичная игра с каждым годом набирает свою популярность. Очень радует, что на территории Березняков почти 10 лет развивается эта игра. Ну а сразу после торжественного открытия на центральной площадке состоялся показательный матч между выпускниками баскетбольного клуба «Кали Баскет» и его действующими тренерами. Где вот ты сейчас играешь? В Барыне в молодежном составе. Правильно, мы пригласили сыграть. Спасибо тренерам с «Кали Баскета», конечно, то, что вложили в меня такой вклад. Вот сейчас я играю в парк. Виделся со старыми тренерами, получил удовольствие, переигрался. Сыграли, насладились. На самом деле у нас, как у игроков, я думаю, наверное, нету своей цели. Вот. Это больше сделано для детей, потому что они смотрят на этих ребят уже по телевизору, как на профессионалов. А тут они вживую, с ними можно подойти, пофотографироваться, пообщаться. Такие моменты, как правило, у детей они очень надолго откладываются в голове. Стоит отметить, что посмотреть на игры юных баскетболистов собралось большое количество зрителей. Ликуют, болеют и поддерживают участников не только родители и друзья, но и просто любители баскетбола. Мама двух сыновей, которые играют, принимают участие в данном мероприятии. Ну, еще с маленьким ребенком. Да, пришли поддержать, поболеть. Баскет-стрит – это всегда большой праздник для города, для городов, как Соликамска, так и Березняков. Всегда приятно, что с каждым годом команд все больше и больше, уровень игры растет, уровень команд растет. Приятно очень, что у нас уже география широкая нашего мероприятия. Баскетбольная тусовка в следующем году вновь объединит тех, для кого лучший друг – это оранжевый мяч. А значит, уже самое время готовиться. Анна Аксенова, Любовь Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости.